третий вопрос, чем я занимаюсь последние пару недель. Дайте шагу. Да, я лечу очко. Себя? Да. Наконец-то взялся за свое. Я хожу и делаю процедуру под названием физиотерапия. Слава богу, что называется просто физиотерапия. Я подумал, да, почему, что она никак не называется. И слава богу, просто унижение адреса. Унизительная физиотерапия. Очковая физиотерапия. Да, ходили со мной на прикол, короче, что перед тем, как мне назначили эту физиотерапию. Прямо перед тем, как я должен был начать ходить, я ходил к одному врачу. И как я должен к нему идти, он уволился. За два дня до того, как я должен был к нему идти, я не вылечил этого. Он смотрел до этого мое очко. Что он там увидел? Я ухожу. Что там такое было, что такое, бля, он вернулся этот парень. Я не знаю, почему он туда снова засунул, я хуй знаю. Это ужасная штука, короче, что ты лежишь и тебе вставляют задницу палку, которая бьет лазером и током твою простату. Взял. Там лазерный презерватив такой. Да, презерватив. Ну, я не смотрю, как она делает. Ты его помнил? Блядь, вообще, я стараюсь процедуру, вообще не как она намазывает. Подожди, мне кажется, надо смотреть. Надо понимать, что происходит. Надо смотреть, чтобы он сделал так, вот. Нет, надо смотреть. Самое ужасное, что ты никогда не понимаешь, насколько она глубоко, пока тебя не внимает. Вот это самое ужасное в этом. Что когда я туда засовываю, ты такой, о! Вот, это чтобы лечить. Хорошо. То есть, типа, не прикол ничего? Нет, не челлендж какой-то ваш очередной свадьбе? Чувак, это я просто... Мы лежим вдвоем, надо украдать, я такой, мощнее! Я такой, нет, меня мощнее! Чувак, какой у тебя 220 вольт. Диагноз? Недостаточно электролизированный анус. Вас внимание. Мало электронов в очке. Я не знаю, честно говоря, не читал. Я просто пошел. Чувак, честно, я никогда никому не рассказывал. Я никогда, реально никогда никому не рассказывал. Но это ты делаешь, Малома. Ну ты врач. Это мой лазер. Короче, мне было лет 19, у меня закончились первые отношения. И моя девушка пошла проверить, и такая, у меня какая-то штука. А мы, Да. Я ни с кем не было ничего, то есть я никак не изменял, как бы, эта штука, в общем, и все, мы уже расстались, и каждый решает свою эту штуку по-своему. Она такая, ну, у меня там что-то, вот, я чуть таблеточку принимал, и все, я такой, ну, прикольно. И когда я пришел к врачу, мне сказали, ну, пиздарики. Все, ты натрахался. И вот в чем штука. И у меня была подобная процедура, только без тока, у меня было прогревание жопы, там тоже был... Во, а греется она тоже? Прям тепло в очке. В общем, такая палка, презик, самый унизительный это вазелин. Это презик, да, не самый унизительный. Унизительно потом вытирать, когда он вынул, такой, все, ты свободен, нахуй. Вообще, все дебилы, как... Мне не мешает, что я тут чуть-чуть дальше человек, где-нибудь душ какой-нибудь. И он такой, на тебе на такси, блядь. Пока. А-а-а, как больно вспоминать. Подзадница. Фу, и короче. Я не проделал эти операции. Мне нужно было, чтобы 10 сделать, я сделал 4. Я просто, я такой, пизду. Я умру лучше. Я прекрасно понимаю, что 4 уйдет, у меня сегодня 5 было. Короче, четко понимаю. Это грань. Когда идешь, нужно со слезами, это середина. Когда я вам что-то в жопу засуну? Почему только мне? Ты идешь уже как туда, как на это. Короче, самый пиздец был в том, что когда через некоторое время, там, через несколько лет, я снова пошел к урологу, ну просто, чтобы провериться, я сказал эту историю. Уролог ржал. Да, уролог ржал, сказал, я думал, мне обязательно. Нет, блин. А реально? Реально. Я говорю, 19, так чувак, это... он увидел твои испуганные глаза и напихал тебе всего. Ну, тебе таблеток, на тебе грелку в жопу. И все, жопу, он и таблетки в жопу. Я такой, да, пожалуйста, только бы я не умер. Так это нормально, да, мне тоже написали. Мне сказали причем сразу, что это не обязательно. Так нет, там было вот так, как Морфеус. Вот таблетка, а вот штука в жопу. Он не так сказал, что когда ты хочешь узнать, насколько глубоко кроличья нора. Он мне это выписал, и он когда увидел мои просто испуганные глаза, такой, что? Это что? Я такой, мы можем это отменить, это не обязательно, но так будет быстрее просто. Так мне тебе говорить, надо было попить, например, месяц. А таблетки в рот запивать водой. Не рак, не рак. Не стоять, блядь, в жопу. Серьезно, так быстрее. Быстрее. Да, быстрее. И так вот. Блин, прикинь, там был третий вариант, прям вот так надо. Ну это буквально 15 минут. Мы тебя снимаем на видео, прям. 15 минут, и ты здоров. Вот так говорит, хочешь, можем убрать все таблетки? Убрать всю эту хуйню, можешь просто один раз отсосать. Один раз. И свободен. Лечебный человек. Лучше всех таблеток. Нет, он сказал, что это прямо, он говорит, что ну так полезнее всего, он сказал, что так действительно, хочешь, но имею в виду, что на будущее, в целом, что в 50 лет, возможно, в 40, там, 5. Ты сможешь кому-то это сделать. Этой хуйней заниматься, да, все равно придется это сделать, возможно. И ты такой, давайте я думаю, сейчас, чем потом, он говорит, нет, потом не надо будет. А потом? Если сейчас, потом мне сейчас все вылечит, и потом все будет в порядке. Я буду просто как каштан, блядь. Вот я не уверен. Вот я не уверен, чувак, вот, короче, звучит это нелогично. Потому что каштан, на ощупь, звучит это нелогично. Ребят, спасибо вам большое, что вы про это рассказали. Потрясающе смело. Может, с мощностью было поиграть. Я вчера играл с мощностью. И я у него спрашиваю, она убьет меня вообще, то что можешь не убить? Он такой, нет, может, начать дергать тебя вот так вот. Я такой, давайте, давайте посмотрим. Я говорю, давайте, он говорит, больше? Я такой, я чувствую, что у меня уже говорят, больше. Я его тут спалил, это не видно. И не понимаю, зачем это делать, какие-то ебаночки. И вот тут эти делачки, чтобы видеть его как раз. Что-то такое надел, и видно, как лазер, я такой, бля, вот тут что такое, без них не видно, я такой, вау. Мне, короче, вот как кажется, ну, у них стоит этот аппарат, им надо засовывать, без дела, им надо засовывать эту штуку в жопу кому-то постоянно, чтобы покупать этот аппарат. Ты идешь в платной клинике, они смотрят на испуганные глаза малого, или мои 19-летние глаза. Типа, а он вообще не для жопы даже аппарат. Зубы чистить. Зубы для горла. И вот как написано, это же для профилактики, хорошо? Для профилактики простатита, хорошо? Хорошо. Простату, наверное. И такие, ну лишним, этому пиздюку не будет. А то, что там миллион, ну, травм психологических. Человеческих травм, да, ты ходишь понуро потом весь день. Да ты веселый, ты прям, ты... Я уже пятый раз не ходил, я уже принял это все. Это уже часть жизни малого, все. Да, прикинь, когда закончится, ты такой зубную щетку, смотришь такой. Не, ладно, зубную щетку, просто оголенный провод. Так они что-то говорят, я такой, а 8, я говорю, все 8, я говорю, сколько раз еще? Я говорю, еще 3, и он такой, ну нормально, можно больше. Так это, ну, у меня была ударно-волновая терапия. Какие мы старые, все смотрели. Не так нравится, это потому что мы все смотрели. Ничего не совал, конец. Вы проверяли простату, ребят? Ребят, мне ничего не совали, но, честно говоря, лучше бы совали. Вот что это такое. Я лежу на кушетке, по пояс голый, слава богу, грудь в футболке. Слава богу, это бабличек тут. И нужно половые органы вот так вот держать. И тебе доктор... Свои? Да-да-да. Я всегда буду уточнять. Свои. И тебе... Вот здесь я член свой положу, вы его придерживаете. Хорошо. Хорошо, доктор. Ты же смотри, как я показываю, просто не видно было, они закрывают. Я просто хочу, чтобы вы даже, ну, представляя, понимали, что я закрыл. Я закрываю вот так вот член. Да-да. Ну и головы. Ну понятно, да. Зубами.
Естественно, дышать ни о чем, потому что упирается в глотку. И, короче, у тебя ноги получаются, как у беременной на кушетке, и тебе доктор 12 минут пистолетиком не засел. Я уклюнусь, пистолетиком делайте. Стреляет тебе вот в то место, которое просак называют, правильно? Током. 12 минут. И мы 12 минут с ним разговариваем, как будто бы этого не происходит. А ты чем занимаешься? О, я комик, я об этом думаю на разводах рассказать. Одних процедур штук 10 прописали, включая массаж простаты 15 и еще лазерная терапия. 15 массажа простаты, да, это называется массаж простаты 15. Я перестал ходить. Потому что узнал, что вообще многие такие процедуры, они не обязательны, их прописывают исключительно, потому что их много, и ты так приносишь бабки. Так это и есть, чувак. Сходи в бесплатную поликлинику, покажи очко, скажи, блядь, ты дурак? Я окулист! Ты дурак, что ты туда засунул? Просто помойся, иди отсюда. Через вот эту штуку смотришь, жопа, блядь, ты ебанул. Жопа показывает, ше, бэ. Вот так вот читаешь. Нет, чувак, посиди на карте. Упражнение кегля. А, если там еще одно упражнение было, я бы сейчас его делаю. Вот и я уже сейчас делаю. Опа. Мало, ты что не делаешь сейчас? Вот то, та мышца, которую ты сжимаешь, если ты писаешь, и резко нужно перестать писать. Вот это ты делаешь. Вот если ты делаешь то сжимание. Я сейчас ползала делать. Ребята, все вместе. Я жали, разжали. Я как будто это не добро. Жали, разжали. Это полезно. Ну, слышим. Кто-то просвистывает.